Человечество делает Землю все более непригодной для жизни планетой из-за климатических изменений, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. И крайне важно уже в этом году кардинально изменить взгляд на общество, экономику и повседневную жизнь, говорится в новом докладе ООН, вышедшем в четверг. В отличие от предыдущих отчетов, на этот раз ООН дает конкретные рекомендации касательно необходимых изменений. 21-й год решающий для планеты. Еще не поздно все поменять, но мы должны уже сейчас быть уверены в том, что сможем не только создать условия для резкого снижения выбросов в течение ближайшего десятилетия, но и создать новую среду для сохранения биоразнообразия, а также принять ряд серьезных мер для уменьшения загрязнения. Я имею в виду, что это действительно решающий год. Название этого 168-страничного доклада «Примирение с природой». И его ведущий автор, сэр Роберт Уотсон, предупреждает. Наши дети и внуки унаследуют мир экстремальных погодных изменений, повышения уровня моря, резкой гибели растений и животных, отсутствие продовольственной и водной безопасности и увеличение вероятности будущих пандемий.